Здравствуйте, на канале НТВ Плюс футбол, футбол классический. Южноамериканское классико, одно из трех возможных, классико Рио де ла Плата. Это только для нас с вами, да и то не для всех. 28-й, 30-й годы прошлого столетия очень-очень далеко ушли в историю. Для кого-то, может быть, и в небытие. Для аргентинцев и уругвайцев те времена живы. Конечно, прежде всего для уругвайских футболистов, да и вообще для всех жителей маленькой страны, затерянной, по нашим понятиям, между огромной рекой Рио де ла Плата и берегом Атлантического океана, затерянной, зажатой Бразилией и Аргентиной. Для этой страны, конечно же, безусловно, футбол – это то, что определяет и быт, и сознание во многом, и те времена, когда Уругвай диктовал моду и, собственно, стал отцом мирового футбола, таким главным большим падре мирового футбола, выиграв два олимпийских турнира, которые многие считают прообразами мировых чемпионатов, а затем выиграв два из четырех первых, в том числе и самый первый мундиале. Уругвай не забыл, и сейчас на этих реминисценциях основываются уругвайцы, всегда выходя на футбольное поле, в том числе начиная, скажем, с 2-3-4-летнего возраста. Уже в этот момент, начиная, если что-то понимать, понимают, что они продолжатели тех традиций. Трудно, учитывая экономику и просто маленькую-маленькую страну, в Уругвае создать мощную национальную сборную, которая стабильно будет выступать на протяжении, скажем, одного отборочного цикла. Но всего цикла, вплоть до финальной стадии. Но уругвайцы стараются, бывают проблемы. Одна из проблем постигла сборную Уругвая в начале нынешнего цикла к отборочному, к чемпионату мира 2006 года в Германии. Проблема серьезная. Очень много было потеряно на старте. Но после того, как на Кубок Америки новый тренер Хорхе Фассатти привез свежую команду, не скажу, что укомплектованную абсолютно новыми игроками, но свежую во многих отношениях, команду, которая выступила там блестяще, пожалуй, все мы вправе говорить о новой эпохе уругвайского футбола. Вот хватит ли сил для того, чтобы сейчас хотя бы этот отборочный цикл завершить достойно, а именно попасть в четверку, или как в прошлый раз занять пятое место, а потом в переходных матчах получить право играть в Германии. Хватит ли? Это вопрос. Безусловно, вопрос. И ответ нужно давать в каждом матче. В первом матче отборочном, уже после Копа Америки, команда Хорхе Фассатти выиграла дома, не без труда, у эквадорцев 1-0. Набрала 10 очков и вклинилась в середину турнирной таблицы. Сегодня игра совершенно другого типа. Игра на во всех отношениях монументальном сооружении, стадионе, принадлежащем великому Риверплейту в Буэнос-Айресе. Уругвайцы в гостевой форме, в красной, в которой, впрочем, мы их видим время от времени. Но трудно им с аргентинцами разделить цветовую гамму, и те, и другие в голубых цветах. Альби Селеста, бело-голубая, как называют сборную Аргентины, играет сегодня дома, играет в своей форме. Уругвай в форме, может быть, не совсем привычный. Вот Хорхе Фассатти перед вами. Что касается формы игровой и формы уже по составу, то здесь, наверное, тоже будут у нас с вами вопросы. Тоже какие-то вещи не совсем привычные. Но багаж и запас, что аргентинцев, что уругвайцев, довольно большой. Ну и второй очень важный момент. Много уже сказано о сборной Уругвая, теперь о команде Аргентины. Хосе Пикерман, для него это дебют. Причем, если мы с вами привыкли говорить, да, новый тренер, новая мотивация, новые эмоции футболистов, то здесь случай, наверное, не совсем тот. Новый тренер, когда старый подал в отставку, когда при старом был кризис, это одно. А здесь ушел своего рода дядька, своего рода основатель вот этой молодой команды, Марсело Бьельса, ушел как-то неожиданно, скоропостижно, отказавшись от поста, выиграв Олимпийские игры. Есть даже у меня предположение, такое досужее, что Бьельса дал себе зарок. Что-нибудь сборная Аргентины под его руководством выиграет, и я уйду, поставлю точку. Потому что никаких реальных объяснений он не давал. Ну а заменил его Хосе Пикерман, очень долго работавший с молодежными командами и прекрасно знающий многих сегодняшних игроков сборной Аргентины. Так что здесь, наверное, чего-то серьезного, какого-то изменения ждать нам с вами не стоит. Ни в плюс, ни в минус. Дарио Сильва, первый удар в сторону ворот аргентинцев, в сторону ворот Роберто Абондансьери. С него и начинаю представление составов.
Оборона аргентинцев. Второй номер Вальтер Самуэль, шестой Габриэль Хейнце и 15-й Фабрисио Колачини. Три центральных защитника. Может быть, Колачини сыграет на позиции либеро. Но посмотрим, в принципе, по большому счету, и Бьельса, и Пикерман, еще не тренировавший первую сборную, но уже много об этом говоривший в последние 10 дней, придерживаются вот такой схемы. Три защитника в центре. Справа Хавьер Санетти, слева Хуан Пабло Сарин. Это абсолютно привычно для всех. Четвертый номер у Санетти, третий у Сарина. Лючо Гонсалес, 16 номер. Говорили о том, что вот он перед вами, что он не сможет принять участие в игре из-за травмы. Но он вышел на поле под пятым номером Эстеван Камбьясо, которого практически Бьельса забыл как возможного кандидата на место в сборной Аргентины. Но Пикерман, прекрасно Камбьясо знающий, его вернул. К тому же Камбьясо неплохо играет в начале нынешнего европейского сезона за Интер. И еще один полузащитник, восьмой номер, Хуан Роман Рикельми. Нападение: Хавьер Савьола, седьмой, и 19-й Лусиано Фигероа. Лючо Гонсалес, ваут, мяч уходит. Вызван на этот сбор Эрнан Креспо. Что касается отсутствий, то из-за перебора желтых карточек не могут сыграть Карлос Тевес и Хосе Маскерано, которые оба стали звездами уже вот той самой молодой команды Марсело Бьельси, команды, которая на наших глазах, по сути, превращалась в таковую. Где-то в июне еще большинство футболистов, потом отправившихся на Кубок Америки, были в глубоком запасе первой сборной. В Перу на континентальном первенстве стали звездами уже, загоревшимися, открывшимися для нас. И вдруг получилось, что составили костяк команды. И на Олимпиаде мы в этом убедились, что команда уже есть. Но сейчас, после ухода Бьельсы, в любом случае, новая метла, пусть даже и не совсем новая, метет по-своему. И Хосе Пикерман команду будет строить потихонечку, опираясь на собственные принципы. А у него они, безусловно, есть, иначе бы и не получил бы он такого ангажемента. Состав сборной Уругвая теперь. Себастьян Вьера, голкипер, запомнившийся там же в Перу на Копа Америка. Начинал он на скамейке запасных, а затем вышел в стартовый состав и всех очаровал. По большому счету, и матч с Бразилией в полуфинале провел отменно. Вообще завоевал себе место в национальной команде, хотя у Уругвая вроде бы есть вратари поперспективнее. Но сегодня Себастьян Вьера, первый номер у него. Нет Пауло Монтеро, он получил травму, уже он, наверное, на закате своей карьеры. И тем не менее, игрок, без которого оборону уругвайцев представить сложно, который ее, можно сказать, цементирует, можно сказать, просто является ее краеугольным камнем. Тут даже не скреплять оборону, а ставить на базу Монтеро нужно любому тренеру. Но не получилось. Атака очень хорошая. Сарин, штрафной, пас в центр. Это хитро и здорово. 1-0. Аргентина выходит вперед. И Лючо Гонсалес, которого не ждали в стартовом составе, открывает счет. Какой же роскошный пас сделал Сарин. И как вообще была хороша эта атака. Уругвайцы начали-то неплохо. И не видно было ничего в середине поля у хозяев. И вдруг вот такой комбинацией они разродились, они разлетелись в этой атаке. Хороший пас из глубины. Это Фигероа мяч принимает, скидывает в центр Савьола Сарин, и пас на дальний угол, точнее в центр штрафной, но по развитию атаки, конечно, на дальний фланг, на дальний фланг этой атаки. Роскошно получилось, такая стереофоническая комбинация. Правый фланг, казалось, еще не звучал, но в результате оказался тем, откуда нота, откуда вот эта главная нота и раздалась. 1-0, Аргентина выходит вперед, в какой-то мере неожиданно, хотя для матча этих команд неожиданностей просто никаких не бывает. Вспомните игру на Копа Америка, когда Аргентина вышла, оставив 3-4 человек в запасе. Уже обе сборные имели путевку в четвертьфинал. Уругвай просто во втором составе относительно той экспериментальной команды, которая вообще там играла. И Уругвай повел на 13-й минуте, потом в меньшинстве отыграл матч очень здорово. Не ожидали аргентинцы такого от уругвайцев. Теперь, может быть, какой-то налет снобизма даже у Чаруа, у команды
сегодняшний гостевой появился. И так уверенно они контролировали вроде бы игру, не пропуская аргентинцев никуда с мячом. И получили. Тем интереснее будет игра, поскольку в последних матчах отборочных, вот таких сверх принципиальных и важных, мало забивали аргентинцы и уругвайцы друг другу. 0-0 в Монтевидео. Обе встречи, по-моему, закончились двух последних отборочных циклов. В любом случае, были там две ничьих. Не помню, 0-0 и 1-1 или 0-0 и 0-0. А в Буэнос-Айресе 2-1 была победа перед французским мундиалем. И ничья была перед мундиалем в Японии и Корее. Одна из ничьих была 1-1. Это я точно помню. И 2-0-0. Единственный более-менее результативный матч случился вот тоже в Буэнос-Айресе. Может быть, и сегодня мы что-то подобное увидим. Но для этого теперь нам необходима активность игровая сборной Уругвая. Состав ее по-прежнему еще для вас я не объявил. Ну что ж поделать, если так вот аргентинцы мне помешали. Итак, нет Монтера. Вместо него Джо Бисера, второй номер. Алехандро Лембо, четвертый. Дарио Родригес, третий. Та же структура, что и у аргентинцев. Справа на фланге Карлос Диого, 17-й. Слева 16-й Хавьер Дель Гадо. Хотя мы, вот, пожалуйста, алаверды российскому чемпионату. Собственно, не единственное, наверное. Сейчас объясню, почему. Хавьер Дель Гадо вполне способен играть и на месте опорного полузащитника, и одним из конструкторов атак. Вот он с мячом, кстати, был сейчас. И отдал его налево. Хавьер Дель Гадо поставлен на левый фланг. Я полагаю, что вполне возможно, что немножко по-другому сыграют уругвайцы. Но доведу до конца состав. Итак, пятый Марсело Соса. Да, мы хотели бы, чтобы он оставался в российском чемпионате. Играл за «Спартак». Играл неплохо, хотя в сборной и в других условиях, вообще в других предлагаемых обстоятельствах, себя проявлял получше. Уехал сейчас в Испанию. Ну, главная проблема, которая была, как он сам сказал, это проблема с дочкой. Ей исполнилось 6 лет. Нужно было искать школу, в которой можно было бы по-испански ребенка учить. В России такой школы, удобной школы для Марсело Соса, для его ребенка не нашлось. Поэтому уехал, хотя, возможно, и другие были причины. Потеряли мяч уругвайцы. Дальний угол, удар. Камбьясо. Активен Савьола на первых минутах. То есть он, в принципе, скрывается пока от мяча, но как только от роли разыгрывающего, но как только нужно принять участие в комбинации, по движению он вполне гармоничен всей команде. Вот Диего Перес. Еще один игрок, которого стоит ожидать на фланге, причем на любом. В Монако, куда его пригласили перед этим сезоном, играет он справа, может сыграть и слева. Я предполагаю, что Диего Перес, у него 15-й номер, сыграет как раз на левом фланге. Кстати, вот ошибся я, очень похож на него, Кристиан или Себойя Лучок, как его зовут, Родригес, 11-й номер у него. Кстати, они вдвоем вполне могут тоже фланг закрыть. Итак, полузащита Соса, Родригес, Кристиан Родригес и Диего Перес. И нападение Дарио Сильва, 9-й номер, 19-й Хавьер Эрнесто Чивантон. Партнер теперь Диего Переса. Выступают оба они за Монако. К сожалению, Чивантон вынужден был несколько туров французского чемпионата пропустить. Получил он травму, причем очень тяжелую, и думали, что вообще до конца календарного года не выйдет на поле. Но вот уже две игры сыграл Чивантон. Пока еще не забивал, хотя начинал сезон очень активно. Но сегодня его в частности предпочел удар Дель Гадо. Подтверждается предположение о том, что Дель Гадо не будет на фланге играть. Но расстановка, за что купил, за то и продаю. А что еще имею, то могу добавить. На удивление, может быть, не оказалось в стартовом составе Диего Форлана. Бесспорно, одной из звезд Копа Америка. Поставив Чивантона и Дарио Сильву, Фассатти решил сделать все-таки сдвоенный центр в нападении. Не играть с одним оттянутым нападающим. Это в какой-то мере амбициозно, но здесь нужна помощь полузащиты. Потихонечку мы видим, хотя, опять же, очень сложно делать выводы, их в любую секунду, любая атака, любая комбинация, любой взрыв могут опровергнуть. Но потихонечку уругвайцы, как и в начале матча пропустив, сейчас выдавливают аргентинцев на их половину поля, организуют атаки. Это Джо Бисера. Вот пара, видели мы Дарио Сильва чуть поближе к чужой штрафной, Чивантон около центрального круга, но все-таки он не как Форлан
глубинный нападающий, любящий отходить назад, еще и с отличным дальним ударом. Еще одна потеря у уругвайцев в обороне. Здорово, в последний момент исхитрился, изловчился, сыграл Алехандро Лембо. Тоже защитник, о котором много говорили года 2-3 назад. Ждали его в Европе, то есть не просто его, а его очень сильного выступления. Приехал в Парму, но закрепиться там в серии А как следует не смог Лембо. Потом вернулся в Уругвай. Сейчас снова в Европе за Бетис он выступает. Хотя сказать, что стал звездой такого масштаба, такой величины, как мы ждали после его появления вот на Копа Америка 2001 года, нельзя. Офсайд на правом фланге. Это Карлос Диого. По ходу буду, наверное, уточнять, какие клубы представляют футболисты. Не все хорошо знакомы в Европе. Карлос Диого, в частности, играет за Пеньяроль. Там неплохая связка, вообще хорошее поколение в Пеньяроле выросло. Сейчас клуб помощнее, чем его конкуренты. И, в частности, появился в Пеньяроле тот самый Диего Перес, который сейчас выступает за Монако. Тот же Себоли Родригес. Кристиан Родригес, 11 номер у него сегодня. Он по-прежнему в Пеньяроле. Надо сказать, что Фассати, конечно же, вызвал на этот сбор практически всех, кто вместе с ним завоевывал третье место на Копа Америки. И не только третье место, а главное, авторитет завоевывал, возвращая его. Что еще касательно тех игроков, которые не смогли оказаться в распоряжении тренеров. Прежде всего, конечно, у Фассати головная боль – это отсутствие Рикобы. Рикобы дисквалифицирован. Причем, что любопытно, дисквалифицирован он вот из тех двух матчей, которые в стык проведут уругвайцы. Сегодняшняя, потом в Ла-Пасе против Боливии. Только на эту игру в Буэнос-Айресе. В Ла-Пасе он мог бы сыграть, но руководители Интера попросили не вызывать игрока лишь на один матч, на длительный сбор перед двумя матчами, чтобы сыграл только в одном. Причем не в каком-нибудь, а в том, где могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Перекоба уже не мальчик. А в Ла-Пасе играть — это большие нагрузки на сердце, учитывая высокогорье боливийской столицы. Все, уже Уругвай практически постоянно с мячом, хотя потери случаются. Может быть, аргентинцы и рассчитывают на то, что подловят на контратаках гостей. Но смотрите, все время хочется сказать, вот Чивантон или вот Дарио Сильва, оба без особых следов прически, так издали на общем плане по коже, получают мяч на правом фланге, а глядь, это не они. Это Карлос Диого, латераль, можно сказать, что и крайний защитник. Раз за разом он уже ходит вперед, открывается. В первый раз в офсайде оказался, потом мяч потерял, сейчас тоже потерял, хотя, по-моему, немножко подтолкнул его там Габриэль Хейнс. Травмирована Яла. Если уже говорить о том, кого бы еще хотел видеть в своей команде Хосе Пикерман. Но с выбором центральных защитников, вообще защитников, у аргентинцев не то что нет проблемы. Есть проблема, кого поставить, кого оставить в запасе. И согласитесь, Самуэль, Хейнце, Калачини — не самый худший состав. И здесь, как раз в этой зоне, в этом амплуа у сборной Аргентины, наверное, самый роскошный, самый гурманский выбор из всех сборных мировых. Да и вообще Аргентина, мы ее, безусловно, будем именно так воспринимать. Это очень серьезная сила. Но пока атака уругвайцев, можно мяч пропустить было. Пожадничал Чивантон. Не только пропустить, этого могло и не хватить, да? Но подыграть дальше на ход Дарио Сильве. Хороший пас с края. Диего Перес, все-таки на правом фланге он расположился, что логично, как и в Монако. И Чивантон решил из-за ноги защитника, из-под ноги, как принято порой говорить, пробить. А в результате получилось, что даже без рикошета мяч ушел за линию ворот. Да, судейская бригада бразильская
сегодня это абсолютно справедливо. Вообще на классику, по-моему, в 9 случаях из 10 назначается арбитр третьей страны. То есть Бразилия, Уругвай, Аргентина по кругу. Кто-то играет в футбол, а кто-то судит. И сегодня Вилсон Соуза, согласитесь, имя звучное, как вообще во всем мировом судейском корпусе. В поле он работает, помогают ему Вальтер Рейс и Хорхе и Жорже по-португальски Оливейра. Диего Перес, Камбьяса за ним пустился в догонку. И правильно сделал, поскольку Перес уже, по сути, освобождаясь от мяча, вперед его отправлял. Там, конечно, где-то обязательно есть и Чивантон, и Дарио Сильва. Особенная надежда на Сильву, поскольку он очень здорово маскирует свои действия. Он кажется крайне ленивым нападающим. И порой может простоять, прячась и от соперников, и даже от партнеров минут 20-25, потом вынырнуть так, что его уже и не догонишь. Такой гол, кстати, был такого типа, что таких действий забил в четвертьфинале Копа Америка Дарио Сильва в ворота Парагвая. Причем уругвайцы играли в меньшинстве, и, наверное, мало кто в этот момент поклонников Чару рассчитывал на этот полуфинал. Однако вот тот матч, насколько все-таки одна игра может быть значимой. Здорово Дарио Сильва сейчас сыграл с Диего Пересом. Навес неточный, второй подряд. Ошибочный пас правого крайнего. Вот любопытно все-таки, неужели правый фланг вот так насытит Хорхе Фассати? Там и Диого, и Перес. Они умеют взаимодействовать, могут очень здорово, поскольку из одного клуба, ну, без году недели Диего Перес выступает в Монако и часто играли. Но сегодня при этой структуре, особенно сейчас при счете 0-1, Карлос Диого должен чаще ходить вперед. И он делает это. И там может толчая возникнуть на правом фланге. А через левый почти не играют. Уругвайцы, снова мы увидели Хавьера Дельгадо из Сатурна. Но в центре, там же и Марсело Соса, но он чистый опорный полузащитник. Сейчас пишет назад. Поторопиться-то надо было вообще уругвайцам, отходя к своим воротам. Здорово Фигерова завернул мяч. Но опять же, в направлении той зоны, которая логично должна была оказаться в этот момент игровой для его команды. Посмотреть было некогда. Хавьер Санетти с правого фланга гиперактивен, даже когда вроде бы по типу игры это и не требуется. Туда пришел, правда, с опозданием. Нападающего не оказалось. У Аргентины как раз, в отличие от Уругвая, сегодня нападающие разного типа. Савьола, понятно. Игрок глубинный, что среднее. По большому счету, по его возможностям, таланту, игровым характеристикам, среднее вообще-то между форвардом и десяткой. Это последние годы Савьола стал чистым вторым нападающим. Почти везде, где играет. Но ведь сам он неоднократно говорил, было дело, что получает удовольствие от созидательной игры вне штрафной. Как любой, наверное, человек, родившийся в Аргентине и научившийся обращаться с мячом так, что его можно потихонечку где-то на каком-то уровне сравнивать с Марадоной. Савьола, думаю, можно. Сарин слева. Уже один голевой пас на счету капитана сегодняшней сборной Аргентины. Смотрите, мы как-то все время несерьезно к Сарину относимся. Он бесшабашен по всем абсолютно характеристикам. Начиная от внешнего вида, заканчивая постоянством игровым, постоянством тактическим. Но в Аргентине уважают. Этот Херман доверил ему, а может быть вся команда, я точно не знаю, гражданскую повязку сегодня. Навес опасный, не пошел Себастьян Вьера на этот мяч, точнее пошел, но чуть-чуть опоздал. Но выбил центральный защитник, точно не скажу, кто, Лемба, Бессера. Теперь Вьера аккуратно и уверен. В линии штрафной вышел. На Чивантона пас. Аргентина сейчас 20 минут позади. Так надоело. Немножечко Аргентина пытается мяч себе забрать. Надоело стоять на своей половине поля. Пошел вперед Санетти, Сарин. Сузили они площадку футбольную.
Перевод от Санетти к Сарину. Это вообще-то очень длинный пас с одного фланга на другой. А здесь сошлись вместе в центре. Марсело Соса ушел спокойно от Лючо Гонсалеса. Тут нарушил правила. Пожалуй, уже трибуны Монументаля своим подсвистывать начали, поскольку так довольно робко в отборе, уж не говоря о прессинге, играют аргентинцы. Был толчок в спину. Дарио Сильва мяч принимал. Сбрасывал на Чивантона. Непонятно только, почему Вилсон Соуза дал свисток. Паста получился точным. Это Вальтер Самуэль. Может быть, его не хватало в сборной Аргентины на Копа Америка. Покажись в тот момент в распоряжении у Бьельсы в финале. Еще один защитник такого уровня. Пришлось перекраивать линию обороны. Может быть, вот той-то игре и не пропустили бы от Бразилии два мяча из центральной зоны. Штрафной, это опасно. Хавьер Дельгадо бьет, в стенку попадает. Очень сильный у него удар. И может получить, кстати, наш Сатурнович желтую карточку. Расстроился, пошел вперед, мяч отбирать и прямой ногой въехал в соперника. Фигеро, здорово. Остается он на ногах и делает передачу в центр. Нет. И Чивантон. Теперь уже он нарушал правила. Да, конечно. Против Калачини. Ну что, забыл Вилсон Соуза про фол Дельгадо. Здесь-то, я думаю, наказывать особенно не за что. Да, руку сверху положил на соперника. Ну, в любой борьбе это происходит. Хотя можно и усмотреть опасную игру. Вспомните еще один эпизод из Кубка Америки, когда, выставляя локоть в сторону, прыгал защитник венесуэльской сборной Сичеро и попал в висок Клаудио Писарро. С локтями осторожно, конечно, нужно. Не ушел мяч за боковую линию. Более того, пришел к Савьоли. Пас мгновенный на Фигероа. Неудачно мяч стукнулся. Развернулся Фигероа. Нет. Уже все здесь схватили уругвайцы. Темп терять невозможно. Как блестяще провели ту атаку голевую аргентинцы. Главное в ней было это постоянство ритма. Даже ускорение атаки. С уругвайскими защитниками ничего нельзя терять. Они могут позиционно ошибиться, но буквально мгновение пройдет и придут в себя, займут зоны, а главное, что еще на страсти, на опломбе так бросятся. Такое ощущение, что может 4 шага одним пройти любой уругвайец. Тогда нужно отвоевывать пространство. Кристиан Родригес, очень он хитер, конечно, но это все для матч за Пеньероль против Националя годится. И то не всегда. А здесь все-таки сборная Аргентины. Наступил на мяч очень красиво, обманул двоих и пошел от них уходить, зацепив мяч подошвой. Нет, не пройдет. Неточный пас. Карлос Диого, по-моему, отошел назад в оборот. Пикерман говорил о схеме игры аргентинской сборной. Причем довольно неожиданно он изменил ее. Вот цитата. 4-3-1-2, примерно так мы будем играть. Ну а в результате получилось 4-4-1-1 скорее. Точнее, прошу прощения, 3-4-2-1. Так, да, если Рикельма и Савьола воспринимать как, ну, может быть, разнофункциональных, но глубинных игроков конструктивного плана. Хорош пас, Фигеро, удар, дальний угол. И не в дальний угол. Неужели между ног хотел пробить Лусиано Фигеро? Вьера успел. Вот Рикельме, пожалуйста. И Савьола, предыдущую передачу вспоминайте, да? И, думаю, не станете спорить с тем, что и Савьола, и Рикельме примерно на одного типа позиции сегодня играют.
очень опасно. Все-таки выигрывает уругвайский защитник. И Дельгадо дальше выбивает мяч очень сильно. Просто даже не вперед. Вперед — это некое направление развития атаки. Здесь ни о какой атаке речи быть не могло. Хотя и Дарио Сильва, и Чивантон расточком не вышли. И серьезную борьбу в своей штрафной, там, серьезную помощь оказать защитникам, наверное, не могут. Но пришли оба к своей штрафной при стандарте. Дарио Сильва по большому счету, конечно, головой играть умеет. Возьмите Савьола, он здорово играет головой. Дело не в росте, дело в чувстве. Дарио Родригес. Странно, что нет его партнера по Шальке, с которым они вместе переезжали после чемпионата мира в Японии и Корее, с которым очень неплохо взаимодействуют порой. Я имею в виду Густаво Варелло. По-моему, офсайд был, нет у Савьолы. Отошел он назад, заброс на Фигероа. Выбивает Лембо мяч. С трудом прерывая передачу. Фигероа-то сбрасывал совершенно очевидно партнеров. Не просто тянулся за мячом, чтобы его как-то выиграть в единоборстве. Ну а здесь Марсело Соса чуть-чуть опережает Лючо Гонсалеса. Хотя и подпрыгнул аргентинец получше. Но все-таки в той точке, где был мяч, уругвайец сказался раньше, и был толчок. Возвращаясь к структуре игры Пикермана, может быть, учитывая дальнейшие его слова, не так и важно, что он изменил схему. Ведь он сказал, что схема-то будет. И вообще я относительно того, что делал Бьельса, пока стратегически, тактических каких-то нововведений не собираюсь мгновенно учреждать. Но эта схема будет тонкой и чуткой. Игру будем вести мы так, как будет позволять соперник, через те зоны, которые будем находить, отыскивая их по ходу вот этого противостояния очень динамичного. И, похоже, Аргентина так и играет. Подключения нельзя называть регулярными, например, систематическими, ни Сарина, ни Санетти. Когда нужно, они идут вперед. Сказать, что так или иначе, вот с такой активностью играют фланги. В центре какие-то комбинации пока более или менее типичные. Можно назвать комбинацию, когда Рикельми или Савьола, получая мяч где-то в метрах в 40 от штрафной, забрасывают его за спину на Фигеро. Вот и низом попытались сейчас пройти аргентинцы. Рикельме или Савьола. Вот сейчас сложно, но это понятно. Санетти навес. Нет, очень высоко выпрыгивает. Джо Бисера уверенно мяч отбивает. Еще один игрок из Пеньяроли, если не успел он перейти в это европейское межсезонье. Уточню. Да, Джо Бисера по-прежнему представляет Пеньяроль. Концовка первого тайма, ну так, еще не концовка. Переход в заключительную фазу тайма так проходит при изменении характера игры, потому что аргентинцы все-таки не хотят отдавать Уругваю инициативу, понимая, что в любом случае, при том исполнительском мастерстве, которое есть у уругвайских нападающих, и вообще просто зная своих соперников, давать вольную нельзя. В конце концов, вот те два мяча, последние, да, исторические, которые были забиты в ворота все того же Абандансьери уругвайцами. Кстати, Уругвай тогда тоже играл в красной форме в групповом турнире Кубка Америки. Они получились в какой-то мере случайными. Дальние удары. Один, причем, как продолжение контратаки. Как здорово. Лючо Гонсалес играет. Два партнера есть. Сарин, Фигеро, 2-0. Не дошел мяч до Сарина. У него отобрал партнер, но в каком великолепном прыжке. И как красиво это сделал Лусиано Фигеро. Вот удивляешься, да, ведь Креспо вызван на этот матч. И нет его в составе. А есть вот этот парень. И уже он
Он начал голевую атаку, когда открыл счет Аргентины. И сейчас, как великолепно, он забил второй мяч. И вот Савьола, как диспетчер, здесь он и открылся, и сделал пас идеальный. Идеальный на двоих. И Сарин там мог замыкать эту комбинацию. А вот в таком прыжке, в противоход вратарю, все правильно делал Себастьян Вьера. Забил Люсьяно Фигероа. Блестящий гол. И опять контратака получилась, по сути. Хотя мы видим, что базу аргентинцы подвели. Они мяч забрали. Они обезопасили себя. Они сделали оборону атакующей. Обезопасили себя от наступления уругвайского. От любых неприятностей. И при этом смогли провести контратаку. Или быструю атаку из глубины. Как вам будет угодно. Здорово Аргентина и настроена на этот матч. Хотя пока ничего не видно, никаких атрибутов неуверенности, недонастроя и в действиях уругвайцев, честно говоря. Они вышли играть с Аргентиной и, наверное, начали играть тактически, эмоционально, так как и нужно было играть. Может быть, недостаточно жесткая цепка, амбициозно впереди. Но аргентинцев все пошло теперь. Сарин, и что здесь? Будет спорить Соса. Сначала он сыграл в мяч, но есть такие типы ситуаций, когда сам прыжок, неважно, попал ты в мяч или вообще ни в кого не попал, там ни в мяч, ни в игрока, сам прыжок был опасен по сути. Вот это такая ситуация, на мой взгляд. И Сосу наказывать стоит за вот это движение двумя ногами вперед. Да, он попадает в мяч, но попадает и в ногу в результате. И, полагаю, даже не попал бы в ногу, мог получить желтую карточку за опасную игру. Насчет предупреждения ничего не скажу пока, но штрафной-то будет. И штрафной очень опасный. Нет Карлоса Тевеса, мы привыкли к нему в последнее время как к штатному исполнителю стандартов. Но мало ли здесь, Рикельме, я полагаю, будет бить. Крупным планом Хуан Роман Рикельме уже показали. Момент-то роскошный совершенно. С откидки бьет Рикельме в угол, во вратарский. Но это понятно, это комбинация, это шанс, возможность спутать, запутать вратаря. Хейнце разыграл ее коротко. Несколько раз выждать, дождаться движения вратаря хоть какого-то упреждающего. Вот этой паузы. К тому же Рикельме готов к траектории, даже если выбегут из стенки за эти миллисекунды соперники. Ну и мяч послал-то здорово Рикельме. Хотя Вьера не дернулся. Чевантон, Дарио Сильва в касание. Куда? На Карлоса Диого. Может быть, странно. С другой стороны, уругвай мяч нужен. Дельгадо. Диего Перес. Нет, это, прошу прощения. Постоянно, мне кажется, там мерещится Диего Перес. Они очень похожи внешне с Кристианом Родригесом. Конечно, это все более Родригес. Дельгадо. Соса должен пойти в штрафную. Помните гол в полуфинале Копа Америка, ворота бразильцев? Дельгадо тогда навешивал, и Соса забил. Показали Чевантона и Дарио Сильву. Есть, есть, Марсело Соса, он ближе всех сейчас к воротам. Удар, такой полупрострел, полуудар. Подбирает мяч Бисерра, рикошет, Абандасье. Спокойно. И сразу почти в касание, вперед. Нет, не смог здесь. Жильсонетти там был мяч остановить. Хотя при стандартах по-любому могут располагаться игроки, тем более мы же знаем, упругая гибкая схема у Хосе Пикермана, тактическая. Дарио Родригес. Любит он и вперед по флангу ходить, но вот при этой схеме, конечно, это сложно. Опасно. И насколько опасно, мы уже убедились. Чевантон
Чуть-чуть, по-моему, зацепил его Хейнса. Неужели желтую карточку покажет Вилсон Соуза? Но опаснее же, грубее сыграли. Тот же Хавьер Дельгадо, помните, вообще без фола остался, когда бросился ногами вперед в стенку аргентинскую. В нападении это было. И, конечно же, Соса сыграл против Фигероа. Да, соглашусь, и здесь был фол. Фол, да, грубый. Вот теперь беру свои слова обратно. Есть за что здесь карточку показать, но было за что и в других моментах. Но Аргентина ведет 2-0 по карточкам, хотя бы Уругвай какое-то преимущество, что, может быть, удивительно. Да, и нет Рейкобы у уругвайцев. Есть Чивантон, есть Хавьер Дельгадо, Джо Биссера пришел. Дельгадо под левую ногу забежал. Татуированный Чивантон под правую. И Биссера, наверное, под прямой удар готовится. Нет, Дельгадо будет бить. Отличный удар и великолепно играет Абандансьери. Чуть посильнее мог забить и чуть повыше. Хорош Хавьер Дельгадо. Вот удивляюсь я. Правда, не скажу, что все игры уж Сатурна видел. Но той роли, которую Хавьер Дельгадо играет в своей национальной сборной, не последней, надо сказать, в Сатурне ему не предлагают. Такое ощущение. Ну, может быть, это и обманчиво. Навес Чивантона. Перевес скорее. И снова обратно ему же пас. Здесь Габриэль Хейнце. Перес Чивантон. Очень красиво Хейнце сыграл. Сарин. Да, фо. Но Сарин сейчас лежа напрашивается. Точнее, просит Вилсона Соузу. Напрашивается на роль страдальца. Просит Вилсона Соузу показать желтую карточку кому-то из уругвайцев. Пас Рикельме. Пяткой успевает в одно касание Лючо Гонсалес. Повтор второго гола. Савьола и Фигероа. Как это красиво. Еще красиво, что вратарь в этот момент был в полете. Вот кадр кто-то сделал из фотографов, а? Опасная атака уругвайцев. Здорово. Опять играет Хейнце, по-моему. Может быть, и Самуэль. Но на Самуэля не очень похоже. Сейчас очень прыгуч. Хейнце. Какой пас в штрафную? Чуть-чуть рано рванулся туда Чивантон. Должны завестись уругвайцы. Хочется повтора предыдущего момента. 5 минут до перерыва. 2-0. Многовато это для матча Аргентины и Уругвая. Такой же счет был и в игре. Вот последний из выигранных кем-либо. В ходе отборочных кампаний. Аргентина вела 2-0 тогда в Буэнос-Айресе. Уругвайцы один мяч отыграли. Очень красиво Соса сыграл. Диого Перес. Побежал Диого по флангу. Рискованно Биссера. Ногу в мяч ставил. Но опыт огромный вообще у защитников центральных. Потому что они вырастают, центральных защитников такого уровня. Прекрасно понимают, когда можно успеть поставить ногу именно в мяч. И смотрят они всегда только на мяч. Рисковал, наверное, не столько потерей, сколько контактом. Неприятно. Еще один штрафной, уругвайцы заработали. Может быть, и свободный. К эпизод на 100% не скажу, чтобы рассмотрел. Теперь Чивантон должен попробовать пробить. Хотя у Дельгадо получилось.
Ну и что же, и мы не увидим, что там было. Линия слетела у нас, к сожалению. Ну не забили, видимо, уругвайцы. Вот повтор, снова Дельгадо, на этот раз мимо ворот, да? Поближе, повыше и посильнее. Во всяком случае, крутил очень здорово Хавьер Дельгадо. Теперь в створ ворот не попал. Но аргентинцы очень грамотно играют. 5 минут они позволили Уругваю так потрепыхаться и даже продемонстрировать свою готовность играть на равных. Потом забили резким выпадом. Потом 15 минут аргентинцы позволяли уругвайцам контролировать мяч. А потом начали их выдавливать, выдавливать, ища постоянно каждую секунду возможность для атаки. Причем, насколько же хороши эти комбинации, в которых движение у всех есть. Упустил. Упустил мяч Диего Перес. Опять Кристиан Родригес. Но он и с левого фланга на правый пришел, чтобы обмануть нас с вами. Обманул, конечно, он в основном аргентинцев. И проходил, проходил здорово одного за другим. Точнее, так обтекал всю линию. Весь клин срединный, оборонительный аргентинцев. Но скорости не хватило. Да и было ли там продолжение какое-то особо интересное. Вот это по-уругвайски. Финт красивый, но достаточно бесполезный. Фигеро нарушил правила, но играть-то можно. Перес. И никому. Хавьер Дельгадо не успевает. В итоге контратака. Савьола. Рикельме еле-еле идет. Но если нужно, он взорвется. И пробежится. А главное, что мяч-то всегда быстрее, да, ходит. Лючо Гонсалес теперь. Давно Рикельме не было в составе. Может быть, ему посложнее, чем многим здесь. Но вот Рикельме с мячом уходит. Дальше делает передачу. Удар 3-0. Хавьер Санетти. Да, Аргентина, конечно, блестяще сегодня играет. И все, что можно, во-первых, забивают аргентинцы. Но, во-вторых, все эти атаки, они, главное, на одном дыхании. Посмотрите. И даже если кто-то стоит, он всегда стоит там, где надо, как Рикельме. Рикельме же стал точкой центра, точкой кипения этой атаки. Ну, а Хавьер Санетти, кому не оказаться там на правом фланге? Когда нужно, он ускорился, он пробежался, и он подстроился под этот удар. И вонзил мяч в дальний угол. Себастьян Вьера не успел даже и упасть на газон. Голевая передача Сарина, Савьолы, Рикельме и голы Лючо Гонсалеса, Фигероа и Хавьера Санетти. Кого еще из тех, кто должен в атаке быть, не назвали мы? Да всех. Камбьясо, опорный полузащитник сегодня. И 3 защитника. Все остальные так или иначе разыграли голевые комбинации. И нельзя сказать, что это были парные комбинации, но согласитесь, любопытно. Сарин, Лючо Гонсалес, Савьола, Фигероа и Рикельме Санетти. Вот она, атака сборной Аргентины. Мгновенная, действительно, как змеиный укус. Ничего не могут уругвайцы сделать. И играют-то они нормально. Они зарабатывают штрафные. Они приближаются к линии обороны. Оборона там тяжелейшая для противодействия. Самуэль, Калачини, как бы его, в чем бы его ни укоряли. И Хейнце. И плюс Камбьяса, как опорный полузащитник. Зря о нем забыли в этом качестве. Хавьер Маскерано. Это действительно игрок, уже выросший в мастера, наверное, мирового класса. Но, тем не менее, для опорного полузащитника опыт. То, что не последнее дело. Одно из первых. И Камбьяса-то этого опыта хватает. И сегодня то, что уругвайцы не все делают, что хотели бы в центре поля. Это заслуга Камбьяса. Всех, кроме Роберто Абандансьери, за буквально минуту
конце, подводя итоги первого тайма, назвал, я и думаю, на полном основании. И Роберто Абандансьери тоже нужно упомянуть. После удара Хавьера Дельгадо, вот он на ваших экранах, Абандансьери здорово мяч достал. Все молодцы аргентинцы, ну а Уругвай должен себя показать во втором тайме. Это еще не все. Уругвай проигрывал и такие матчи вытаскивал, и с разницы в 0-2 уходил, и чуть не выигрывал. Было уже и в этом отборочном цикле. Так что матч не закончен. Не закончен, но первый тайм-то уже позади. Перерыв. Говоря перед началом матча о том, что уругвайцы питаются памятью, реминисценциями тех великих побед, в том числе над сборной Аргентины в 28-м году на Олимпиаде, на первом чемпионате мира в 30-м, имел я, конечно, в виду, что для них это важнее, чем для аргентинцев. Но разве аргентинцы об этом забыли? Нет, не забыли. И бразильцы не забыли о 50-м годе. И все дерби, все классико южноамериканского футбола на уровне национальных сборных всегда проходит с огромной шапкой этих воспоминаний, аурой. И до, и даже после матчей, как бы они ни завершились, об этом помнят. Аргентинцы, кстати, в отличие от бразильцев, для которых Уругвай стал, видимо, вечно самым сложным соперником, уже успели своим соседям серьезно насолить, отомстить. Очень много матчей у них уже выиграли в истории, имея впереди. Вот в очных встречах уже далеко, и вряд ли уругвайцы их когда-нибудь догонят. И вообще аргентинцы с удовольствием возвращают вот тот долг. И продолжают помнить о нем, но все время достаточно удачно. Во всяком случае, последние лет 15 так происходит. И сегодня Аргентина, хотя и понимая, что здесь просто отборочный турнир, просто нужны 3 очка дома, на своем стадионе, переполненном Монументале, все-таки играет против Уругвая. И думаю, на той же самой ноте, пойди игра у аргентинцев с другим соперником, вот так, может, и не получилось бы. Но просто все идет, летит команда, летят мячи куда нужно. Все 6 игроков, призванных атаковать у аргентинцев, отличились либо голом, либо голевым пасом. Вот состав сборной Аргентины, и, пожалуйста, сразу с представлением совершений первого тайма. Роберто Абандансьери, первый номер голкипер, отразил великолепный удар со штрафного Хавьера Дельгадо. Больше особенно не должен был вступать в игру, не пришлось, но на месте был и подтверждает, в общем-то, своей уверенностью, что не зря он стал первым номером аргентинской сборной в последнее время. Оборона. Габриэль Хейнце, 6-й номер Манчестер Юнайтед, напомню, сегодня он заметнее других в обороне, хотя для защитника центрального может быть незаметность тоже не порог и вовсе не отрицательная характеристика, но Хейнце очень старается. И сейчас он побежал за мячом и рванулся и выбил в конце концов его. 15-й номер у Фабрисио Калачини. Калачини может быть чуть-чуть впереди своих двух партнеров играет, а иногда по позиции и чуть позади. В общем, он в центре, и к нему претензий быть, на мой взгляд, никаких не может. И, наконец, Вальтер Самуэль, третий защитник. Лишь один раз ему пришлось серьезно сыграть в подкате. Ну, а так позицию он свою не терял и тоже был вполне гармоничной фигурой в сборной Аргентины. И, наконец, еще один игрок оборонительного плана. Эстебан Камбьясо, 5-й номер, опорный полузащитник. Думаю, что его роль тут тоже достаточно высока. В том, что игру Аргентины, когда ей нужно было, забирала под свое управление. Ну и затем уже звездный состав. Пока удар Дарио Сильвы, снова вступает в игру Абандансьери. Неудачно, конечно. Уругвайский нападающий под этот мяч подстроился. Удар в землю. Бывают такие удары обманными. На этот раз лишь самортизировал мяч у газон и спокойно пришел в руки к Абандансьери. Состав линии атаки аргентинцев. Начну с фланговых игроков. Хуан Пабло Сарин сегодня с капитанской повязкой слева. Его голевой пас вот на Лючо Гонсалеса открыл счет в этом матче. В
Вообще, завершающий удар практически во всех трех, ну, за исключением, может быть, второго гола, был действительно точкой, конечно, естественно, но без предварительного паса, без атаки тоже не существовал бы и рассматриваться даже не может. Сарин великолепный пас тогда сделал на 5-й минуте, когда Аргентина открыла счет. Хавьер Санетти справа, он поставил точку в первом тайме, подключившись к великолепной такой волновой атаке и завершив ее ударом в дальний угол. 4-й номер у него, правый фланг. Центр полузащиты Лючо Гонсалес, собственно, забивший, 16-й номер. 8-й номер у Хуана Романа Рикельме, он сделал голевой пас на Санетти. И пятый номер, нет, прошу прощения, и здесь же рядом, под 7-м номером, Хавьер Савьола, про Эстебана Камбьяса, 5-й номер я уже сказал. Хавьер Савьола, который чуть в глубине играет, может быть, как второй нападающий, но видно по нему, что хочется ему и организовывать, и организовал он, в том числе приняв участие в первой комбинации и сделав голевой пас на Лусиано Фигероа. Единственный чистый нападающий, 19-й номер, выступает он за клуб Крус Асуль. Может быть, кто-то еще и не знает, этот игрок вполне возможно нуждается в представлении, но уже в команде Марсело Бьельса стал фигурой и сегодня забил совершенно сюрреалистический гол, выпрыгнув в противоход вратарю, поймав мяч в очень красивом прыжке и переправив его в ворота. Вот так опас тогда сделал Савьола. Вот так все поучаствовали в атаках от Лючо Гонсалеса до Хавьера Санетти. От первого гола, точнее от Сарина, делавшего пас на первый гол, до Санетти, забившего этот самый третий, пока последний мяч слева направо. Собственно, все атаки так или иначе развивались слева направо, Сарин активнее сегодня. Состав Уругвая после атаки гостей. Чивантон выполняет штрафной, в дальний угол бьет, по сути дела. Но слишком просто это для Абондансьери. Там никто ему не мешал, ни из своих, ни из чужих. Не закрывал обзор. Никто не прыгал, сбивая его с толку. Да и не допрыгнул бы никто до мяча по такой траектории пущенной. Итак, Себастьян Вьера, голкипер у сборной Уругвая. Не знаю, стоит ли его в чем-то винить. Лючо Гонсалес в упор с 8 метров бил, Фигероа с 5 метров, если не в упор, но просто у вратаря шансов не было мяч перехватить, а такой удар отразить уже тем более. И, наконец, удар Санетти. Там, может быть, Вьера по манере обычной южноамериканских вратарей присел перед ударом. Снова Дарио Сильва атакует ворота сейчас снова выше. Не точно. Не лучший удар. Вьера, может быть, и виноват в том, что третий мяч аргентинцы забили, но так, по большому счету, здесь голкиперу уругвайскому претензий быть не должно. Слишком уж неожиданные и яркие эти атаки, выстрелы аргентинцев. Нельзя сказать, что Вьера постоянно в игре. Будь постоянно в игре, у него было бы больше шансов. Аргентина, конечно, играет реально в очень классный футбол. Футбол, в котором угадывается, может быть, даже рука Пикермана. Но об этом ближе к концу матча. Сейчас продолжаю представлять состав уругвайцев. Оборона Джо Бессера, Дарио Родригес. У Бессера 4-й номер, чтобы быть точным, у Родригеса 3-й. И второй, у Бессера 2-й и 4-й у Алехандро Лембо. Все трое в центре. Справа 17-й номер Карлос Диогу. Слева бровка, на самом деле, за Кристианом Родригесом, у него 11-й номер. Еще на правом фланге играет Диего Перес. Два центральных полузащитника, 5-й номер Марсело Соса и 16-й Хавьер Дельгадо. И в нападении 9-й Дарио Сильва. Собственно, по-моему, против него сейчас грубо сыграл прямой ногой Лючо Гонсалес, получив желтую карточку. И 19-й Хавьер Эрнесто Чивантон. Желтых карточек теперь 3, было 2 до перерыва. Собственно, Чивантон получил предупреждение. Тогда вот момент был спорный. Он напрыгнул на Калачини и локтем атаковал его. Я не успел заметить, показал ли ему тогда карточку арбитр Вилсон Соуза из Бразилии. Но, справившись со статистикой онлайн, убедился, что Чивантон карточку получил. Полагаю, что именно в том моменте. У аргентинцев в первом тайме карточка тоже была. И получил ее Габриэль Хейнце. А сейчас Диего Перес вполне может получить.
Предупреждение. Посмотрим. Не убрал ногу Перес, сыграв сзади в опорную Сарину, но по большому счету вот такой грубости, за которую в Южной Америке карают предупреждением, здесь не было. Лючо Гонсалес, Калачини пошел вперед, нет? Показалось, по шевелюре. Вполне возможно, что это и Фигероа. Нет, Фигероа, смотрите, там на закруглении перед штрафной. А это Калачини действительно. И снова он в атаке. И что ему не имется? А ведь правильно все. И забрали мяч аргентинцы. Рикельме, Фигероа. Какой пас! Как блестяще! 4-0! Лусиано Фигероа дубль. Эрнан Креспо не попал даже в список запасных сегодня. Говорили, нету Карлоса Тевеса. И как же нападение-то строить аргентинцам? А, пожалуйста, вот так они его построили. Рикельме второй голевой пас, хотя и Савьола молодец. Он готов опять же был к этой атаке. Ведь он подхватил мяч после того, как здесь 3-3 вели борьбу. И прежде всего Калачини эту борьбу вел и завязал. А потом помог еще там и Камбьясо, по-моему. А Рикельме забрал мяч у Савьолы. Казалось бы, на равных они. И Савьола точно так же мог бы продолжить атаку. Нет, Рикельме все почувствовал. Савьола ему уступил. И какой идеальный пас. Ну все гениальное просто. Здесь ничего выдумывать было не нужно. Собственно, и Фигероа сыграл просто одно движение. Как всегда, Вьера садится на колени. И тут уже, наверное, вправе мы предъявлять к нему претензии. Бросайся в ноги, как вратарям советуют очень часто. Их тренеры, ну, трудно, конечно, посоветовать так, бесшабашно лететь только на мяч. Но Вьера ничего не сделал на этот раз, чтобы ситуацию как-то исправить. Форлан вышел на замену. Уже сейчас буду смотреть. Вышел и Пабло Гарсия. Вместо кого, но теперь уже у Уругвая, конечно, немного шансов. Даже 0-3 еще счет перед перерывом не казался критическим, несмотря на то, что в гостях уругвайцы играют. Очень цепкая, жесткая, упертая, ежистая команда, которая вполне может на безинициативности соперника сыграть. Но не дождаться сегодня этого от аргентинцев. Слишком они настроены, здорово мотивированы. И предположение, что смена тренера не принесла дополнительной мотивации эмоциональной аргентинцам, было неверным. Но еще ведь и место в составе нужно продолжать зарабатывать. Да, и аргентинцы все вот так стараются. И игра идет. Просто все красиво получается. Третья замена будет у Уругвая. Все сразу, все силы Хорхе Фассати бросает на поле. Форлан вышел вместо Дарио Сильвы. Вместо Диего Переса появился Пабло Гарсия. Куда столько опорных полузащитников, трудно сказать. Но, может быть, они как раз игру какую-то заведут в центре. Пока два штрафных подряд уругвайцы заработали. Чивантон торопится. И кто еще выйдет? Выйдет у Уругвая вместо Алехандро Лаго. Такой же точно по типу один из центральных защитников. Заменит он Джо Бисеру. Бисера, на самом деле, так пару раз я его спутал с Алехандро Лембо в первом тайме. Бисера, честно сказать, отличить его на общем плане по игре от кого-то из партнеров было сложно. Даже от Дарио Родригеса, который немножко другого оттенка кожи имеет. Ну, трудно. И разобраться, кто здесь, к чему это я. Кто здесь ошибался, кто зевал своих игроков или свои зоны. Это Фассати, безусловно, может и должен, и уже сумел разобраться. Но вы еще видели, что у Бисера какое-то повреждение, потому что он, прихрамывая, поле покидал. Вот Алехандро Лаго вышел. Если у аргентинцев огромный выбор в центр обороны, то у Уругвая, конечно же, в отсутствии Монтера сразу очень сильно все в защите проседает. И уровень не совсем тот. Да, Лембо побывал в Европе, вернулся в Уругвай, сейчас снова поехал в Европу, но звездой его не назовешь. Да, Бисера защитник, за которым следят в Европе, но опять же то же самое. Дарио Родригес играет в Шальке, но по большому счету там он чистый фланговый игрок. Ему удобнее на фланге. Он любит проходы, он любит удары дальние, он любит навесы. Здесь ему приходится прежде всего работать стратегически, тактически, схематически. А этого он не любит, видимо. Алехандро Лаго тоже игрок, выступающий во внутреннем уругвайском чемпионате. Ну что поделаешь, травма у Бисера.
И вообще, что поделаешь, это главное, что могут уругвайцы сказать. Да, соперник оказался сегодня сильнее. Ну, Алага, кстати, играет даже не за Пенероль, а за клуб «Феникс». В общем, тоже недавно показавшийся в Кубке Либертадорес, но далеко не грант даже уругвайского футбола. Доволен стадион «Монументаль». Глупо даже говорить о том, что трибуны переполнены. Стадиона, на котором своих соперников принимает чаще всего сборная Аргентины, ну и прежде всего «Риверплейт». Такой матч не пропустят. Весна, 20 градусов, шикарное настроение. Первый состав, новый тренер. Команда сейчас на подъеме, Олимпийские игры. И надежды на то, что действительно Аргентина сейчас реальная сила и один из претендентов на победу на чемпионате мира, они возгораются. Самовозгораются. В Аргентине без этого невозможно. Да, они потухли как-то вот в том матче со Швецией, может быть, в матче с Англией, но в группе, когда играли в Японии аргентинцы. Но, наверное, прошло 2-3 месяца, и учитывая, какие силы, какой потенциал у аргентинского футбола, все болельщики снова об этом задумались, об этом стали мечтать. Диего Форлан, первое, по сути дела, касание мяча, сразу удар по воротам, удар у него очень хороший. Порой бывает, но сейчас из такой дистанции, в частности на Копа Америка, он забил один мяч, но сейчас просто не попал, не подстроился под мяч как следует. Форлан, партнер Рикельме, теперь по Вильяреалю. И Марсело Соса мяч выбил. Вроде бы Сосу и Дельгадо упрекать-то не в чем. В центре они старались и играли в отборе, но там не успевали, просто не успевали. Такое движение, причем движение прежде всего мяча было у аргентинцев, что все эти умения... Еще один пас на Фигеро, и что, 5-0? Нет. Хотя мяч в игре, нужно момент до конца, и в том числе и прежде всего уругвайским защитникам этот довести. Перехватил Пабло Гарсия, молодец. Разгрома не хочется. Уругвайцы уже терпели в этом сезоне и в этом отборочном цикле разгром, в частности со счетом 0-5 от колумбийцев. И ничего, продолжают играть. И думаю, и после этого матча, который, естественно, они проиграют, шансы у них останутся на то, чтобы получить путевку на чемпионат мира. И они будут за эту путевку бороться. Но удар сильный. Аргентине вот так Уругвай очень давно не проигрывал. Аргентине или Бразилии. Для классику это, конечно, фиаско. Кристиан Родригес почему-то сейчас на правом фланге. Не сыграл он так, как мог сыграть. Прежде всего, техники своей не показал. И рывков по левому флангу. Левша он. Много мы этого видели на Кубке Америки. И сегодня, наверное, не просто так его Фассати выставил, знает, что в форме парень. Но пару раз пытался он просто пойти в обводку, затеивал дриблинг, который оказывался совершенно бессмысленным. И стух лучок. Но заменить... Просто всех же не заменишь. Пожалуй, каждый игрок как должное воспринял бы, если бы посадил его Фассати на скамейку запасных. Сказать, что у кого-то вот игра шла, но партнеры не соответствовали, нельзя. Дарио Сильва был активнее, чем Антона, скажем, в атаке. Но именно его заменил на Форлана Фассати. Ну, Дарио Сильва постарше и заметно старше, чем Чивантон. Прошел пас Форлана сейчас. Удар по воротам, 4-1. Не должен Уругвай без гола уходить. И Кристиан Родригес с такой-то техникой хоть что-то должен был сделать. Посмотрите, как он мяч убрал, закрыл и как пробил. Не имеет права Уругвай не забить Аргентине вот в таком матче. Тогда, правда, вот в предыдущей игре 0-2 было и отыгрались. И оставалось играть еще достаточно много. У уругвайцев даже шансы были. Сейчас, думаю, шансов этих нет. Здорово контролирует своей левой, как клюшкой, закрывая мяч от Габриэля Хайнца, подкатывая его
Себоле Родригес дожидается момента, когда вратарю ужасно неудобно и когда на полушаге защитник и бьет. Великолепный гол тоже. Все голы сегодня красавцы. Кристиан Родригес, 63-я минута. Аргентина только заведется. После этого пас на Савьолу не успеет он. Себастьян Вьера. Но вот на том самом уровне перераскрепощенности и безответственности, на котором Аргентина могла бы выйти после перерыва, Уругвай мог сыграть. Теоретически надеялся, наверное, сыграть. Но теперь только после 4-0 это удалось, согласитесь. Будь счет 1-0, 0-0, будет реальная борьба, аргентинцы бы... Не то чтобы Хайнца не отпустил Родригеса, здесь уже один на один никуда не денешься. Но просто в защите такой расслабленности не позволили бы себе хозяева. Так что... Серьезно заслуженным этот гол не назовешь. Он заслужен, он логичен по развитию игры, этот гол Уругвая. Ну а сейчас что же, еще 25 минут играть. Уругвайцы должны свои шансы искать. В конце концов, это шансы, опять же, на то, чтобы и в команде для каждого остаться. И шанс для того, чтобы в себя поверить. Следующий матч тоже выездной, очень тяжелый. Начало второго круга. Стартуют уругвайцы в Боливии, в Ла-Пасе. Там главное выдержать. Хотя совсем никакого просела абсолютно поколения у боливийцев. Совсем никакой сборной нет, вроде бы. Но видели мы на Копа Америка, как один матч Боливия провела неплохо. И претендовала на выход в плей-офф. Впервые за несколько Кубков Америки, ну, после домашнего, после 97-го года. Так что с Боливией на раз тоже не каждый справится. А Уругвай-то в его состоянии. Что ж, Чивантоне Дельгадо, штрафной, это опасно, удар. Удар по воротам, в створ ворот, но прямо в абондансьере. Успел все-таки шаг сделать аргентинский вратарь. Чивантон Дельгадо раз за разом обводит стенки. Но будь посильнее удар. Вот Рикоба еще и бьет так, что мяч летит, как из прощи. Не успеешь заметить. Вращения разнообразные. Хороший удар Чивантона, безусловно. Но абондансьере успевает все понять. Лючо Гонсалес, перехват. Нет, потеряли уже аргентинцы мяч. Кстати, выход Пабло Гарсии, бесспорного лидера Осасуны, который всю игру в центре поля там конструирует. Думаю, запоздалый. И Дельгадо и Соса – это люди Хорхе Фасати. Это те два человека, на которых строилась игра команды на Копа Америка. И не должен был, наверное, он их оставлять их вне команды сегодня или кого-то из них. Но Пабло Гарсия – это опорный полузащитник, прежде всего, более опытные. Вот рассуждали мы с вами, да, про Маскерана и Камбьяс у аргентинцев. А опыт здесь очень важен. И вот вышел Пабло Гарсия. Несколько мячей-то он перехватил здорово. И Дарио Родригес по своему флангу пошел. То, что от него и ждали. Вошел в штрафную. Обыграл. Ну, точнее, выцарапал мяч у защитника. И там уже Лючо Гонсалес и Хейнце рядом. Прокинул в центр, успели аргентинцы. Почувствовали они неладное, почувствовали, что бросать, играть здесь ни в коем случае нельзя. Алехандро Лаго, я полагаю, сейчас глубоко назад отошел, и отошел кто-то из опорных. Поэтому у Родригеса, у Дарио Родригеса, третьего номера, появилась возможность подключаться по флангу. Ну, Лаго и Лембо понятно. Наверное, Соса очень глубоко играет. Выйдет Макси Родригес, да? У аргентинцев. Вообще состав запасных сборной Аргентины не назвал я. Более что Фасати уже все замены сделал. Смотрим теперь, что у Пикермана. Вратарь Лео Франко, Макси Родригес, Фредерико Инсуа, Леонель Скалони, Факундо Кирога. Опасный момент, удар, если бы не Калачини, мог Дельгадо забить. Бил очень сильно, это было видно, прямо во вратаря успел бы отразить мяч абондансьере. А там и между ног, и просто как от ноги залететь в ворота мяч мог, и в дальний угол, и уже Форлан замыкал. Опасно становится, и жарко в штрафной аргентинцев. Ну не должен Уругвай в классику проигрывать безвольно, и не будет никогда. И не договорил я Гонсало Родригес, Диего Плассента еще и все. Вот состав запасных Чаруа. Аргентинцы, прошу прощения. Но этих уже все вышли. Гал чувствовал теми же латиноамериканскими прозвищами сборной оперировать. Это
это режиссеры, видимо, перепутали. Видят, меняют 11-го и показывают 11-го. А может быть, просто момент замены, чтобы показать забитый мяч. Очень здорово забил Кристиан Родригес. Но не его, естественно, меняют, поскольку Уругвай все замены сделал. А выходит на поле 11-й номер сборной Аргентины. Это Макси Родригес вместо Люча Гонсалес. Макси Родригес, полагаю, понятно, почему Пикерман его выпускает. Потому что очень хорошо знает. Он у него играл в молодежной сборной на чемпионате, который в Аргентине же прошел в 2001 году. И после этого получил европейское приглашение. И надо сказать, что в Испаньоле далеко не последняя фигура Макси Родригес. Забыли аргентинцы об атаках, хотя уже при счете 4-0, еще при счете 4-0, прошу прощения, две проникающие комбинации прошли. Рикельме и Савьола снова забрасывали мячи. И Лючо Гонсалес там врывался по месту инсайда. Фигеро, как всегда, где-то рядом был. Это зря. Здесь уже, конечно, Чивантон не успеет. Дельгадо. Чивантон. И теряет темп. Напугал в итоге Дарио Родригес. Нельзя вратарю давать. Если давать, то очень точно. Соса. Снова Дарио Родригес на фланге. Ему, кстати, все равно. Там Санетти, хоть кто угодно. Роберто Карлос или еще какой-нибудь неприятный будет человек. Причем на любом фланге еще Дарио Родригес может сыграть. Хотя нога у него левая. Справа сегодня Карлос Диого. Тоже он понравился, был запасным на Копа Америка. Сегодня, кроме самых первых минут, когда он насытил очень серьезными, мгновенными включениями по флангу, насытил игру в атаке именно справа Уругвая, больше ничего приличного и достойного сделать не смог. Ну а если вспоминать о том, что все-таки он защитник, пусть один из пяти при этой схеме, да, то в защите-то многое проиграли и упустили уругвайцы. Забирает Аргентина мяч. Если говорить о том, что у Аргентины есть свой стиль, а, наверное, у нее есть свой стиль, то сегодня очень стильная, очень породистая игра команды Пикермана. Вообще у хозяев. Что ж там Лембо делал? Настолько он был уверен, что назначит штрафной Вилсон Соузе, что Лембо не в Южной Америке, что ли, играет. В принципе-то и не отсюда вырос. Фолы только грубые здесь судятся. И доигрывать нужно любой эпизод. Тем более в своей штрафной. Да, состав обороны. Это главное, серьезнейшее отличие по именам, по исполнителям. Дальний удар, снова опасный. Снова Сиболи Родригес, да? Да. Хороший игрок, в принципе, хотя первый тайм и провалил. Чивантон уйдет от Калачини. Это желтая карточка. До пенальти Хавьер Эрнесто Чивантон не добрался. До фола последней надежды тоже, на мой взгляд. Но опасно. Сам Чивантон, наверное, будет бить, учитывая, что ему справа и удобнее. Да, конечно, ногой задел. Подножка такая невольная. Но вот он задевает ногу. Та идет и задевает другую у Чивантона. Очевидное нарушение. Ну, никакой грубости здесь не было. Калачини, может быть, даже пытался избежать столкновения. Просто это было уже невозможно.
Ну а здесь и прямой удар, и Дельгадо готов к удару. Почему же бьет Дельгадо вот так? При этом счете, когда, может быть, маленький был шанс вернуть игру в состояние живущей интриги, нужно было серьезно готовиться к такому штрафному. Не торопиться. Так бильярдист выверяет каждый свой удар, за исключением гениев. Нужно было этот штрафной выверить. Опасная игра со стороны СОС. Вот это Камбьяса тоже хорош. Два опорных полузащитника играют в абсолютно одинаковом стиле. Но успел Камбьяса к мячу. И судья был прав. Быстрее нужно Лага играть вперед. С другой стороны, неплохо бы и точно. Хейнце назад отыграл. Все-таки Калачини по схеме вроде бы и был центральным, но приношу свои извинения. Если систематизирую игру Аргентины в обороне, назвал Калачини постоянным центральным. Все-таки Самуэль там чаще появляется. Да и логично. Форлан. Дельгадо. И отсюда он может пробить. А может и пас сделать. Очень хотел Чивантон заработать. На этот раз, кстати, пенальти, если бы заработал. Потому что он на линии штрафной был даже в глубине. Тогда нужно было финт сделать поточнее и уходить уже. Ну, собьет тебя сзади защитник. Будет пенальти. А нет, уходи и бей. Был же момент. Не его нога, правда, левая. Продолжает Уругвай атаковать. Кристиан Родригес. Очень он... Во втором тайме, ну, наверное, после гола. Наверное, после гола. Заведен по-хорошему. И вот в перерыве, так, к перерыву, по 45 минутам нельзя было кого-то Уругвая выделять. И говорить, что партнеры не смогли соответствовать игровому тонусу одного, двух, трех футболистов. То сейчас Сиболи Родригес немножечко одиноким выглядит в каких-то моментах. Хотя Уругвай побежал все-таки, забив. Ну и опять же, пользуясь расслабленностью аргентинцев. Хорош Дарио Родригес тоже. Не в этом эпизоде, естественно, в своих подключениях по левому флангу. Один раз уже при счете 4-1 в штрафную ворвался и создал полуопасный полумомент. Здорово в отборе играет Пабло Гарсия. Собственно, 3 или 4 раза он коснулся мяча и без исключения во всех был очень точен. Сейчас его даже нагрузил партнер плохой передачи, и он все равно выбрался. Но Савьола не забьет ли? Не забьет. В результате-то получилась такая контратака. Но виноват здесь, конечно же, не Пабло Гарсия. Он-то там пытался избежать. Виноваты те партнеры его, которые расположились неверно и оставили Савьолу здесь. А у Савьолы рывок-то какой. Как он прибавил мгновенно. На этот раз Себастьян Вьера хоть и сел на колени, но мяч успел отразить. Ну, а Савьоле сложно было на добивании. По сути, кубарем уже катился к этому мячу. Куда мяч угодил, отскочивший от вратаря, туда и угодил. И туда и отлетел. Красиво. Соса. И опять же нет фола. И вполне возможно, что и не было его. Не нужно между ног сопернику пробрасывать мяч, издеваясь над ним. Да и не время это сейчас. На 12-й минуте при счете 0-0, чтобы завести партнеров, разозлить соперников, иногда бывает и полезно. Хотя иногда и наоборот. Снова рывок Савьолы, какое ускорение. И подставляет ногу Алехандро Лембо угловой. Нет, уже не видно того преимущества, которое Уругвай получил за счет того, что Аргентина бросила играть. Все, начали, вернулись в тонус аргентинцы. Савьола, удар, дальний угол, Вьера мяч отражает. Казалось, не такой сложный удар, но спросите у вратаря, у какого-нибудь.
Макси Родригес бил почти без замаха, мгновенно. И мяч там неизвестно куда шел. Вратарь должен был смещаться, мяч вдоль линии штрафной. Катался, кувыркался. Сложно было Себастьяну Вьере. Отразил он этот удар, был угловой. Вынесли сейчас уругвайцы, но вынесли под вторую волну атаки аргентинской. Вот теперь лишь Вьера. А потом постоянно вот так атаковать. Дело не только в том, что Аргентина вернулась в игру. Еще Уругвай подустал. Очень красиво Хавьер Санетти забирает просто даром мяч у Форлана. Камбьяса назад, Хейнце, Рикельме. Сказать, что сегодня Рикельме вел игру, может быть, и нельзя. Но те моменты, ту игру, ту стадию игры, которая, собственно, и была, важнейшей в этом матче Рикельме, безусловно, вел. Как и Савьоло. Со скидкой на то, что Савьоло более ориентирован на атаку, безусловно. А стиль аргентинский и стиль рука, может быть, Пикермана угадывается сегодня. Хотя, я думаю, здесь не в Пикермане. Дело в том, каков аргентинский футбол, как он формируется в последние годы. Вот в чем угадывается. Ведь Аргентина, даже громя своих соперников по 7-0 или сколько там, на том молодежном чемпионате, не постоянно атаковала. Не билась лбом в чужую штрафную. И не изобретала что-то, владея 80 минут из 90 мячом. Аргентина ловила вот этот свой вихревой, импульсивный порыв в атаке. Всегда. И он всегда ей приносил успех. Ведь даже во времена Марадоны происходило так же. Это делал гений Марадоны лично. Собственной персоной. И это делали его партнеры. Вспомните финал 86 года. Как забивала Аргентина. Да, там первый гол был со стандарта. Да и то Аргентина свои атаки-то проводила. На вот эту немецкую оборону, которую расшатать тогда было практически нереально, проводила именно из глубины, благодаря импульсу. А потом уже были контратаки, взрывы. И сегодня многое было благодаря контратакам сделано. Еще одна замена. Федерико Инсуа. Савьолу меняет. На нем акцент сделали. Может быть, может быть. Еще один нападающий выходит. Нет, Лусиано Фигеро. Фигеро сделал дубль. Кстати, не первый уже дубль его за сборную. Незаметный вроде бы игрок. А ведь вы знаете, по-моему, дубль тогда он сделал, забив два мяча именно Уругваю. 4-2 тогда выиграли в Перу. Уже в упомянутом сегодня не раз матче аргентинцы. Да рано еще, наверное, сравнивать Лусиано Фигеро с кем-то из аргентинских нападающих. Ну, а понятно, здесь сравнение либо с Типом, подождите, не о фамилиях речь, с Типом Батистута, либо с Типом Креспо, да? Но Лусиано Фигеро уже представляет собой особый некий тип. Дальними ударами не то, что он не владеет, он не пробавляется ими, по-другому играет. У Батистута-то был дальний удар одним из главных орудий. Дальний, средний. Пока штрафной. У уругвайцев очень сильно. Чивантон опять пробил. Соса назад. Диого. Забегание Пабло Гарсии. Мягко сам себе мяч пробросил. Развернулся. И вот он-то угловой заработал. Хороший игрок очень Пабло Гарсия. Но не зря его после Копа Америка 2001 или 99. Вот сейчас, прости господи, не упомню. Милан ведь пригласил. Форлан, мягкая остановка, обыграл Калачини, пробил в дальний угол. Нет, только угловой Камбьяса помогает своей обороне. Да, собственно, нельзя говорить, что Камбьяса сегодня помогал защитникам. Он был одним из них, опорным хавбеком, но он был в линии обороны. Начинавшийся далеко от своей штрафной, может быть. Но не такой ведь большой, из четырех человек всего состоящий. То есть ни Рикельме, ни Лючо Гонсалес, ни Санетти с Сарина по большому счету в обороне сегодня не играли. Хватало и этих сил, а сил это мощно. Начал я говорить о том, что разница между Аргентиной и Уругваем в классе прежде всего, ну, скажем так, в сбалансированности. А сбалансированность Аргентины от того, что есть на что, на какую базу поставить, очень сильна именно оборона. И выбор, и кто бы не выбыл здесь, Аялы нет.
Ну и нет. Хорошая атака, Чивантон. Можно пенальти назначить запросто сейчас. Просто запросто. Габриэль Хайнце, если забьет Уругвай пенальти, любопытно, да, будет? Дубль Фигеро, 4-2, если забьет Уругвай. Но Габриэль Хайнце хвалили, хвалили. Смотрите, сколько откровений получается в таких матчах. Кристиан Родригес, 11-й номер сборной Уругвай. Первый тайм почти провальный. И он чуть не лучший во втором. Габриэль Хайнце играл, блестяще играл в первом тайме, в тех эпизодах, в которых приходилось играть. А во втором из-под него забивает Родригес. Сейчас он фолит на Чивантони, будет пенальти. А Самуэль не успел. Его зона, по большому счету. Калачини еще дальше, да? Хайнце оказывается центральным. Ну, может быть, это то самое, тот флексибль, о котором говорил Пикерман. Вот та меняющаяся схема, в том числе и в защите. Но, думаю, просто расслабились. Уже сейчас, когда успели игру перехватить, 4-1, 7 минут было до конца. Сейчас уже 5, по-моему, остается. Да и не страшно, наверное, вот сейчас болельщикам сборной Аргентины. В эту секунду. Когда Хавьер Эрнесто Чивантон готов пробить 11-метровый. Не забивает, боже мой. Вообще, на самом деле, Абандансьери там шага 3 вперед сделал до удара. Такие удары надо перебивать. Честно вам скажу. Всегда симпатизировал сборную Уругвая, но согласитесь, если слушаете весь репортаж, не старался не грешить против истины. А сейчас раз, два, три. Ну, нельзя так играть, вратарь. Другое дело, что один судья может назначить перебивку, да, а другой нет. Но Вилсон Соуз, это судья серьезный. А это боковой арбитр. В том числе его дело следить за моментом, за точкой отрыва вратаря. 86-я минута. 4-1. По-прежнему преимущество очень большое. Теперь 4-2. Все-таки идеально пробил, надо сказать, Хавьер Эрнесто Чивантон, понимая, что Бондансьери на кураже, на общекомандном и на собственном после отраженного удара, пусть с нарушением правил, сейчас будет рыть землю буквально. И рыл землю, и достал бы мяч, если бы Чивантон не попал вот в ту единственно возможную точку. Низом в левый угол. И от штанги в ворота. 4-2. Ну что ж. Вообще уругвайцам даже один сейчас гол очень серьезно поможет. Для истории, чтобы сохранить эту историю с 0-4, чуть Аргентину не съели. Даже если не удастся отыграться, но я полагаю, что не удастся. Еще Аргентина может забить. Но биться за мяч даже за третий, который не принесет вроде бы ничего в турнирную таблицу. Уж точно не принесет. Ну, почти ничего, кроме изменение разности, да, за пропущенных мячей. Надо, надо. И уругвайцы будут это делать. Но и Аргентина пойдет вперед, безусловно. Классико. Классико выиграть на классе приятно. И, казалось бы, уже выиграно было оно на классе. С Уругваем тяжело. Всем тяжело. Кому угодно. Бразилии, Аргентине и любой европейской сборной, думаю, тоже. Не повезло, кстати, уругвайцам, что нарвались они в своем плей-офф, у них такой получился плей-офф в последнем туре группового турнира чемпионата мира в Корее, собственно, они играли на Сенегал, которые про Уругвай ничего не знают, сенегальцы, что им Уругвай, они сами такие же точно оторвы. Хотя вот там, в том матче, вспоминайте, с 0-3 Уругвай ушел на 3-3 и имел реальнейший шанс забить четвертый мяч на последних минутах. Был фол сейчас. Того же типа фол, который допустил Соса, когда желтую карточку получил. Или не помню, получил, не получил, но тогда штрафной был назначен опасный. В мяч-то он сыграл, но в ногу тоже. И опасен был вот этот вот ножницами, даже не ножницами, секатором. Прием проведен. 5 минут. Много или мало? Для того, чтобы изменить вообще характер и ощущение от того, как эта игра протекала, конечно, мало.
не успеют этого сделать уругвайцы. В любом случае, мы игру запомним вот такой. Аргентина летала, выиграла в своем стиле, затем Уругвай что-то попытался вернуть, что-то ответить, причем в основном себе самому, тренеру, доказывая, что команда существует, что она будет биться. Такая калька, да, это проекция на весь турнир этот матч. Проваленная большая часть уже, дебют провален. Уже вроде бы шансов-то немного, но мы вернемся, мы будем еще играть. Да, это Сосе не догнать Хавьера Санетти. Да и мало в такой момент, пусть и 90-я, да, близка минута, найдется в такой ситуации футболистов в мире, которые бы такой рывок Санетти остановили. Да, забирает мяч Аргентина. Совершенно логично. Макси Родригес, Савьола. Нет. Потеря. Форлан. Форлан и Калачини. Выиграл этот эпизод Калачини. Ой, как здорово. Опять в своем стиле. Но успевают. Успевали бы весь матч вот так уругвайские защитники играть в подкатах. Хавьер Дельгадо. Это его работа. Он вообще-то опорный хавбек. Может быть, и не позволили аргентинцам так вдохновенно и так легко и раскованно забивать. Аргентина будет вбрасывать. Где-то близко уже добавленное время. Санетти. Нет, ну не упустит, конечно. Дрико Инсуа, Дарио Родригес. Просто обыграл, еще обманул. Да, добавленное время пошло. Форлан скидывает вперед на Чивантона, но он один. Абондансьери. Слишком сильно на Сосу. Опять борьба. Выиграл на этот раз ее уругваец. Нет, завязли, прилипли уже уругвайцы. Не могут они выбраться из середины поля. Насытили ее аргентинцы, прежде всего, движением. Ну, а переходить к контратакам, тем более там такие сейчас пустоты на половине уругвайской, они с удовольствием. И хватает силы у Савьолы, и у Санетти, и у Рикельме. Нарушил правила. То ли Пабло Гарсия против Рикельме, то ли еще в предыдущем эпизоде. По-моему, Лагу против Савьолы. Штрафной, сколько добавил Вилсон Соуза, сказать не могу. Санетти очень высоко. Сарин бьет по воротам. Просит мяч Себастьян Вьера, но вряд ли он дождется мгновенной реакции подающих. Аргентине тоже пропускать ни к чему. И тоже, опять же, дело не в разности забитых и пропущенных, а в том, что выиграть Уругвая уверенно в матче, который запомнится как игра без шансов для одного из соперников. Это одно дело. А вот так до 4-3 дел довести, это уже растерять можно и кураж. Дарио Родригес. Опять он хорош, конечно, но где он был со своей вот такой точной, красивой даже игрой в первом тайме? И штрафной. Штрафной в результате в сторону ворот Аргентины. Да неважно, это даже не штрафной. Это свисток двойной от Вилсона Соузы, который, на мой взгляд, идеально провел несложный, не самый сложный из возможных классических южноамериканских матчей, но провел здорово. Лючо Гонсалес, 5-я минута. Лусиано Фигероа, 31-я. Хавьер Санетти, 44-я. 3-0 в пользу Аргентины с участием всех игроков атаки, хозяев во всех голевых комбинациях. Затем 4-0 и два мяча, отыгранных уругвайцами. Забил Фигероа, 4-ю Аргентины. Забил Кристиан Родригес. С пенальти забил Чивантон. Смотрите, удары по воротам. 7-7. Удары мимо. Даже больше всего у Уругвая. Получилось фолов у аргентинцев. 25 против 17 у сборной Уругвая. И две желтые
желтые карточки. Какая-то неожиданность, да, но Аргентина была сильнее по-футбольному. Такую Аргентину мы ждем и ждем, чтобы она такой оставалась не только в течение отборочного цикла. Это и 4 года назад было. А вот и на чемпионате мира. И надеюсь, что на чемпионате мира может оказаться и сборная Уругвая. Очень колючая, очень неприятная команда. Команда с очень сильными исполнителями и тяжелейшей игрой. Турнирная таблица пока уругвайцам ничего приятного не сулит. Больше всех мячей они пропустили в этом отборочном цикле, лишь 7-е место, но до искомого 4-го всего-навсего пока 2 очка. Сегодня еще 3 матча, завтра еще 1. Это очередной тур, будет тур и посреди недели. Ну а встречу Аргентина-Уругвай для вас комментировал Александр Шмурнов. Спасибо за внимание, оставайтесь оптимистами, счастливо.